Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. Я вышел с очередного фильма. А на фоне едет самосвал и забивает весь звук. Посмотрели фильм под названием «Эдди Орёл», «Эдди за Идол» по-английски. И я только узнал, что этот фильм делается, сразу захотел на него сходить, потому что я большой любитель фильма «Крутые виражи». Кто помнит, в середине 90-х была такая комедия о ямайской бобслейной команде, которая участвовала в Олимпийских играх в Калгари. Реальная история. И вот «Эдди Орел» — это опять же Олимпийские игры в Калгари, опять реальная история о британском прыгуне с трамплина. Я думаю, немногие вообще знают, что есть британские прыгуны с трамплина. Вот «Эдди Орел» был первым. И, собственно, фильм о мотивации, о том, как человек преодолевает трудности, но даже лучше сказать, не трудность, а неверие в него, и добивается своей мечты. Спойлер, внимание, он не станет олимпийским чемпионом. Фильм совершенно не об этом, и он, не знаю, буду говорить, какое он место занял, не буду говорить, ладно. Но фильм, по-моему, замечательный, почти 2 часа идет, такой... Можно это, конечно, назвать комедией, но вы понимаете, вы там не будете ржать, вот как там, на братьях Гримсби, вы там постоянно просто будете так ухмыляться, улыбаться недотёпистости главного героя, или вот на белорусском языке есть такое слово «няехлы». Вот некий британский няехлый хлопчик начал заниматься прыжками с трамплина. Атмосфера фильма такая вот позитивная. Очень мало выходит таких фильмов. У нас либо в основном экшен-блокбастеры, где постоянно должен кто-то там спасать мир, экшен должен быть на экране, миллионы долларов вкладываться. А здесь британский фильм, английский, кстати, мы еще и на языке оригинала смотрели. Правда, есть пару известных актеров там, но тем не менее. Просто после него из кинотеатра выходишь... Зареванный. Ну, жена вышла зареванная, да, то есть я вышел с таким оптимизмом, глядя на мир вокруг. Я рекомендую на него сходить с семьей, знаете, вот такой семейный фильм, да. Блин, кто смотрел «Крутые виражи», я думаю, представляет, о чем будет «Орел» Эдди за Игл. Если вам «Крутые виражи» понравились, то обязательно сходите на «Орел за Игл». Если вы не смотрели «Крутые виражи», то посмотрите «Крутые виражи» еще перед этим. На этот фильм я, несомненно, рекомендую сходить. Просто приятный, добрый фильм о людях. Ну, на этом все. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Смотрите интересное кино.